Всем привет, это СБ1813, или ProSign. Продолжаем реакции из пачки. На очереди у нас такая группа, как Orbit Culture. Также они называются, вроде бы не писали, как правильно называется, но вроде, по-моему, так. Track The Shadowing. Керосин. Советовал посмотреть именно этот трек от них. На Orbit... Я все равно хочу называть их Orbit Culture. Вот. Мы делали уже на них реакцию. Я тогда сказал, что эта группа, я про нее знаю, плюс мне, оказывается, ее показывал как-то давно еще мой знакомый. Вообще, знакомые даже разными, которые даже друг с другом, по-моему, не виделись. Мне их показывали, говорили, что они меня крутые. В целом, наверное, объективно они реально крутые. То есть они играют такой прям достаточно мощный модерн металл. Типа даже не модерн металл, они такой... грув металл, такой модерновый грув металл они играют, наверное. Прям мощненькое, там, кочевенькое. Но не для меня. Вот все-таки грув металл для меня такой достаточно странный жанр, он такой немножко скучный, как будто бы. То есть такой типа, ну, металл и металл. Типа, и вот тогда реакция у меня примерно такая на них была. То есть клип крутой, звучат они хорошо, все вроде мощно, круто, но вот как-то что-то как будто бы не хватает. Как будто вообще не мой жанр. Сейчас посмотрим этот клип, послушаем этот трек. Может быть, это что-то будет поинтереснее. Тут говорят, вокал чистый и прикольный. В том треке, по-моему, не было чистого вокала, если я правильно помню. Так что давайте заценим. Вообще, я надеюсь, типа, они мне рано или поздно понравятся, потому что, ну, все от них балдеют. Почему я от них не балдею, не знаю. Го, посмотрим. Ну, сразу карданчик пошел. Я какой. Вот этот трек прикольный, кстати, он такой прям необычный. Ну, кстати, с чистым... Блин, там еще орган на фоне как будто. Эпично достаточно. Ну, так этот же вокалист поет, получается. Ну, который типа гитарист, вокалист. Тематика опять какая-то в лесу, что-то все происходит. Уже второй клип подряд. Дед Мэйн прикольный. Он прям идет вот так вот. Мне нравится, как он звучит. Ну, этот трек намного интереснее, чем тот, что мы смотрели, кстати. Он тут и мелодично, такие припевы с прикольным вокалом достаточно. И он вообще такой чуть-чуть не индустриальный в каком-то плане. Мне Fear Factor, кстати, напоминает почему-то. Ну и вот тут еще на фоне какая-то эпичность. Не, вот этот трек, кстати, мне прям нравится. Вот это да, это хорошо.
чистый вокал у него реально прикольный. Причем у него разные чистые. Вообще, как вокалист, он достаточно мощный, как я понимаю. Что у него экстрим крутой и чистые разные харши просто. Ну, вокал на это похож. Так, ну что, вот мы посмотрели и послушали трек The Shadowing от Orbit Culture, который посоветовал Керосин. По поводу вокала я говорил о вокалисте Septic Flesh, который басист-вокалист, вот он вот тоже, когда низами начинает фигачить, вот что-то среднее между ними есть, кстати, не знаю, мне вот показалось. Но это так, это лично я услышал. Короче, вот этот трек прикольный, он мне реально понравился. Типа, во-первых, он типа прям такой прям цельный, он прям круто звучит. Постоянно вот реально куда-то бежит, круто на карданчике, и, в принципе, вот эта партия гитарная, особенно когда там просто идет такая типа тремоло. Вот это, короче, хорошо. Мне очень понравилось, что он такой полуиндустриальный. Реально мне напомнил Fear Factory группу. Очень такое, не знаю, опять же, может, опять же, только я это услышал, или были какие-то нотки этого. Вот именно что-то такое тягучее, индустриальное. При этом вот... Ну, тут как такового, кстати, грубого-то и не было. То есть он такой именно больше... Хотя я не знаю, как... Наверное, все-таки был. Просто вот именно был такой своеобразный, вот именно быстрый. И припевы. Припевы, конечно, крутые, да. В плане вокала он прям нормально фигачит. Причем, что вот опять же, он начинал припев петь, типа вот на дриве, на таком ком-то. А потом вот именно просто чистым пошел. Чистый у него такой вот очень своеобразный, но бомбический, да. Тут я согласен с Красиным. Короче, вот этот трек прикольный. Вот этот трек, если бы я с этого трека начал эту группу слушать, то, наверное, мне бы все понравилось. Потому что тот трек какой-то прям душненький был, а вот это прям хорошо. Тут я ничего против не имею. Вот, кстати говоря, я даже, ну, минусов не могу сказать. В этом треке мне понравилось буквально все. Клип единственный опять какой-то в лесу, опять что-то какие-то там непонятные штуки. Вот этот клип прям ровно такой же, как мы тогда смотрели на самом деле. То есть тоже какая-то вот эта вот тема с ритуалами, что-то вот на этой теме. Опять же, может, это клип связан. Если тогда, то как бы окей. Но клип как бы... Не, он клип крутой. Клип крутой, просто я не особо различия нашел между тем клипом, который мы смотрели. Хотя этот, я понимаю, раньше вышел. Так что вот. Но неплохо. Вот этот Orbit Culture мне понравился. Опять же, то, что мне друзья показывали, мне тоже вроде нравилось. Значит, это вот не единственный трек, который тогда первый на реакции бы мне понравился. А так, типа, крутые, реально крутые ребята. Так что, наверное, стоит послушать. В принципе, наверное, все. Спасибо всем, посмотрим реакцию. Ссылочки в описании, нравится, сами все знаете. Больше мне тут тоже нечего сказать, потому что вот тут, объективно, все было хорошо. И клип тоже хороший, просто это я придираюсь. И, наверное, все. Да, я пошел, и пока.